студент токарного станка Алматинский Т-16. Студент покупал на форуме Чипмейкер. Там можете найти индикатор. Так, я и не вывел красивую, коробочки нету. Вот. Вот. Включаем. А вот включаем. Пуск. Показывает на маленьких оборотах. Скачет 280-420. 280. Добавляем оборотов. Добавляем оборотов. 560. В больших оборотах ступать уже меньше начинает. Вот. 730. Большие обороты, все, он становится и не стоит. На больших оборотах все не скачет. 40. Открываем. Сколько? Знаешь, что мы видим? Это отражающая полосочка. Вот она. Ее надо сделать поменьше. И здесь у нас датчик считывает. Вот. Сейчас где-то у меня была еще его схемка. Валерий Кайро мне ее выслал. Так что ищите на форуме. Отличный мужчина. Всегда помогает. Вот. Для кого интересно, у нас схема. Принципиальная схема тахометра. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Может, еще что-нибудь положу постановочку.